Так, ну чё, надо ж что-то написать, послание какое-то традиционное. Так, пидоры, до зустрічі у Києві. Так. Ну чё, народ, привет! Отчитываемся о первом промежуточном этапе производства наших мурзолётиков. Вот один даже покрасили в красный цвет. Мурз жив. Здесь я написала сопроводительную надпись. Пидоры, до зустрічі у Києві. И расписалась. Надеюсь, кому-то прилетит точно в лобешник. В общем, деньги, которые мы собирали на проект Мурза, на карточку Лины, на белорусскую карту, пока воплотился вот в 15 дронов. Вот, это только, повторяюсь, первая партия. У нас на подходе еще огромное количество. Вот, Лина, расскажи, какие у нас планы в громадье. Сейчас к нам уже доезжают запчасти на следующую большую партию, это 100 штук дронов, и как только все приедет, как только мы начнем собирать новую партию, то тут же поедут запчасти на еще большие партии, на 200, на 300 штук, и все это благодаря вам, наше любимое гражданское общество, которое проявило себя настолько красиво и сознательно, да. Мы даже сами, может быть, и не ожидали такого, и настолько вы включились вот в эту мою просьбу и крик души не посрамить память Андрея Морозова. В общем, мы на пути по промышленному производству. Да. Вот как человек, который вот соратник Мурза, скажи пару слов. Андрей был моим сослуживцем, в память о нем делаем этот проект. Месть наша будет страшна. Будем громить врага на фронте. До встречи, хохлы. Ребята, всем спасибо. Надеемся в ближайшее время записать еще много видео с отчетами о все новых и новых дрончиках.